Монеты FIFA Ultimate Team на все платформы от Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами PandaFX, и сегодня у нас на канале будет финальная часть с Надиром Чивчи. Я долго думал, продолжить до информов или же закончить на обычном рарном золоте. Я решил именно второй вариант, так как сейчас не особо много гениальных гибридов сделаешь, потому что информов не так уж и много, и в основном они стоят немалых денег, какие-нибудь крутые игроки. Поэтому, собственно, я решил вот закончить на рарном золоте. Так что сейчас сыграем один матч, поменяем последнего рарного золотого игрока. Ну, собственно, если мы забьем этот матч, и потом сыграю еще один матч полностью финальной командой, и на этом мы распрощаемся с этим уанапом. Кому-то он понравился, кому-то не нравился. То есть, если вот брать по хейтерству, то это, пожалуй, самый такой активно хейтерский уанап, потому что, мол, игрок неизвестный, скучный, неинтересный, серебро, хочу Неймара, Бейла, Криштиану и бла-бла-бла. Так что для кого-то это будет и облегчением на нашем канале, то что наконец-то для кого-то закончится этот уанап. А мы, собственно, погнали искать соперников. Надеюсь, нам по фасту кого-нибудь найдется, а то в последнее время что-то очень долго ищется. Итак, нашли мы наконец-таки соперника. Очень долго я его искал. И это у нас... Серьезно? Какая-то бронзовая команда с двумя серебряными игроками. Может, это кто-то уанап записывает? Странно очень. Ну ладно, окей, попробуем сыграть против этой тимы. Я думаю, нас ждет что-то интересное. Недооценивать такие команды нельзя. Тем более, это явно не начинающий игрок. У него полностью сыгранная команда. Ну что, Надир Чивчи, готов забить финальный гол, который скажет о том, что мы заканчиваем? Нет, он не готов. Он готов потерять мяч, и тут нам уже привоз такой ждет. Посмотри, как он играет неплохо. Дрэк Бэгги мутит. Не, ну это соперник явно какой-то не новичок, так что катки легкой не будет. Чивчи, блядь, нихуя его оттолкнули. Что за... Ох, Чивчи, какая ошибка, какая ошибка! И Чивчи, куда ты бьешь? Блядь, вот это сейчас удар от Чивчи был очень отвратительный. Нас прессуют очень жестко. Филипп Лам. Надир Чивчи. Ой-ой-ой, ну это, блядь, вообще штрафной. И сейчас попробуем пробить Чивчи. Конечно, у нас есть Чалхануглу, который может, конечно, забить. Посмотрите, какие великолепные у него статы. Но все-таки нам нужен именно гол Чивчи. Поэтому пробью я именно им. Я надеюсь, не зря. Я надеюсь, не зря. Блядь, хуёво пробил. Так, опасно. Нет, только не пенальти, ну я ничего не делал! Бля, ну бесит такие моменты, вот когда входит в штрафную, делает типа ложный замах и спотыкается об меня. Ну я тут ни хера не делал. Судья, ну что ты делаешь? Бля, вот пидоросня, 16-я минута. Нам ставят пеналь. Ну что, постараемся затащить. Я не знаю. Абсолютно дебильнейший пенальти нам назначают, и я думаю, он ударит вправо. Да, он ударит вправо, ну хард, ну какого хуя? Блять, нам забивать центральный защитник бронзовый, Харту. Если бы это был Грин, он бы наверняка вытащил. Ну, посмотрите, я угадал, ну. Ладно, хорошо, 1-0. Да ты, блядь, ебанутый, что ли, блядь? Чуваки, что за говно? Второй пенальти подряд. Что я вообще ничего не делал? Я вам клянусь, я даже не нажимал ничего. Я просто охуеваю, что за клоунада. Это реально похоже на гандикап. Я вам без шуток говорю. Два пенали на ровном месте, где я реально... Я вообще никаких кнопок не нажимал. Эти как куклы просто валятся на ровном месте. Бля, я тащу на нахер. Справедливость все-таки есть в этом мире. Справедливость существует. Оп, ушли. Оп, ушли и не забили. Блядь, бронзовый бич тащит. Так, ну-ка, я вижу Чалхануглу. Точнее, Чалхануглу, а это... Блин, ну сука, блин, а... На каком языке я только что это все сказал, я не знаю, не обращайте внимания. Так, опасно. Да, блядь, как он нахуй проходит? Так, посмотрите на этот пиздец. Всех защитников нахер проходит. Все, блядь, выносы к нему на ногу идут. Давай еще один поставь, блядь, мразь, пенальти. Пиздец, я просто в шоке. Пиздец, посмотрите, какие подкаты точнюхенькие делают эти бронзовые бомжи. Не, чуваки, это явно какая-то подстава.
Я сразу понял, что здесь пахнет чем-то нечистым. Беларби, подача на Чевчи. Ну-ка, Чевчи, блядь, ну выиграй ты второй этаж. Ты ж километровый, ну! Так бей! Почему он не бил? Я нажимал удар, он вообще ногой не двигал. Что это за хуйня происходит в матче? Все мячи к нему на ногу идут. Вообще не отлипает мяч, посмотрите. Хер отберешь, блядь. Хер отберешь, посмотрите, что за пиздец, что за пиздец, что это за дриблинг Месси? Что это? Я просто в шоке нахожусь, серьезно. У него дриблинг как у Месси какого-то сейчас был. Ну, прострел, и почему он не ударил? Опять прямо из-под ноги вытаскивают мне, чуваки. Я отказываюсь верить в этот матч. Это какой-то пиздежный матч определенно. Что я сделал? Ну, мяч у меня, зачем ты свистишь, ебланок, кусок? Нахера мне этот штрафной нужен, если мяч у меня? Бля, вот ебанутый матч. Просто ебанутый, бля, в сторону давал. Что происходит в этом матче, чуваки? Это просто кошмар какой-то. Пожалуйста, Чевчи. Ну, пожалуйста, Чевчи. Я не могу забить. Что это? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, докоснись же ты до мяча этого. Ну, Чалхан углу, почему ты падаешь? Что за хуйня происходит, чуваки? Это кошмар. У меня еще истерика будет, серьезно. Я просто охреневаю от этого матча. Почему они все мимо мяча бегут? Почему они достают до мяча? Это кошмар. Охренеть. Так, забросик. Плохой забросик у него вышел. Но, блядь, мяч почему-то опять клеится к его ногам. Это просто пиздец. Посмотрите. Это как, блядь? Сквозь масло, блядь. Нож сквозь масло. Вот, блядь. Вот так вот все атаки его проходят. Это просто пиздец. Охуеть, посмотрите, какие выносы. Прям на ногу сопернику. Все на ногу сопернику идет. Меня это нахуй бесит уже. Ой, сломался игрок у меня. Как же я люблю это. Просто игрок сломался. Охуительная обработка мяча. Что с вами? Что с вами случилось? Почему вы играете как инвалиды, блядь? Чалхан углу, пожалуйста, играй. Почему ты раком там стоишь? У меня нет слов, чуваки. У меня просто нахер нет слов. Это просто пиздейший какой-то. Смотрите, блядь, нахуй! Какие-то бронзовые бомжи, блядь, лонгшоты какие кладут. Не, вы просто взгляните на это. Какие-то бронзовые абсолютные бичи кладут мне вот такие вот лонгшоты, блядь. Посмотрите, это как объяснить? Как это объяснить? Как это объяснить, блядь? У меня нет никакого объяснения вот этому. Если кто-то сможет объяснить, пожалуйста, объясните мне в комментариях, как бронзовые бичи играют вот на таком вот уровне. Рукавица какая-то забивает мне. Охуеть, это просто пиздец, блять, нахуй. Просто пиздец. Идите нахуй, блять. Пидарасня ебаная. Два пенали подряд. Мои игроки не попадают с 2 метров. У него нахуй, блять, бронзовые бичи кладут невероятные лонгшоты. Вот как это объяснить, если это не гандикап? Итак, я тут решил посмотреть, какой же великолепный игрок забил мне лонгшот. Рукавица нахуй. Лонгшоты, блядь, 59. Великолепно. Финишинг 61. Охуительно. И вот этот вот бомжара кладет мне нахуй... Лонгшоты. Великолепно. Я в рот ебал эту игру. Официально подтверждаю, я в рот ебал эту игру. Итак, найден второй соперник на сегодня. Beast 11, New, 73 рейтинг. Это у нас... Да пошли вы нахер. Да пошли вы нахер. Да я понял, уже хватит гонять мяч. Бля, бесят такие соперники. Ну хули он делает? Бля, скучный соперник попался. В плане того, что он постоянно тики-тачит. Ну, блин, ненавижу таких соперников, реально. Убивает чувство футбола, и да, я тоже некоторое время пытался играть вот таким вот образом, но потом понял, что это слишком скучно. Вот так вот постоянно катать мяч на своей половине поля. Ну, посмотрите, он вроде к воротам уже подходит и назад пас дает, но это пиздец. Сегодня один соперник охуительнее другого. Так, ну чё, попробуем тоже покатать мячик в его стиле. Бля, посмотрите, мой же игрок мне мешает. Ну, что за дерьмо? Какого хуя он подставляется? Так, подача на Чевчину. А, что? Извините, что? Это серьезно? Вот это вот серьезно, да? Теперь, блядь, мне Филайни кладет какой-то лонгшот. Это просто пиздец. Я просто в шоке от этой игры. То мне какой-то бронзовый бич кладет, блядь, с 3000 километров. Теперь, блядь, Филайни кладет мне лонгшот с 3000 километров. Что за пиздец сегодня творится в Фифе? Любой лонгшот, кажется, сегодня мне залетает, судя по всему. Не знаю, как вы, пацаны, но лично я скучаю по грину. Хард это дырища та еще, блядь. Два супер лонгшота пропускает эта ебучая дырка. Бля, заебал тики-тачич, блядь. Ну нахуй бесит эта хуйня уже. Пасы, 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 пасы. Ну давайте тоже попробуем лонгшотик положить. Нет.
Лонгшоты умеет бить только Филайни и Рукавица, или как его там. Ну, пожалуйста, блядь, Филайни, какой же ты, блядь, нахуй убийца сегодня. Все везде, блядь, и в атаке, и в защите. Посмотрите на этого пиздеца, блядь, сука, комар занозливый. Да ебал меня нахер. Ну давай, блядь, еще один лонгшот мне забей. У меня сегодня, блядь, все абсолютно уже бомжи, которые существуют, забили лонгшоты. Какие-то Рукавицы, какие-то Филайни, все вообще нахуй. Ну-ка, Биларби, может, с навесика забьем. С навесика, ну-ка, Чивчину! Нет, прям в руки вратарю, блядь. Прям в руки вратарю. Охуительный удар. Я не знаю, чуваки, все ли вы смотрели мои прошлые ванапы, но во всех финальных сериях у меня вот такая вот хуйня происходила. Во всех абсолютно финальных сериях. Что с Криштиану Роналдо, что с Акбалахором, что с Чивчи. Вот всегда во всех трех финальных сериях вот такая вот хуйня, когда, блядь, у соперника любой удар практически гол, у меня ни хера не залетает, ни хера не получается. Вот всегда, это традиция уже в моих ванапах, я уже прям чувствую. Вот посмотрите, что со мной только что сделали. Какого хуя этот пидор не свистит? Я не знаю, что делать, все в нападении. Ну, пожалуйста, Чивчи, хоть один момент создай же, блядь. Нихуя он не бегает, он не хочет забивать. Он не хочет забивать, он вообще не ходит. Ну, Чивчи, пожалуйста, забей же ты, блядь. Нет, у нас лонгшоты не залетают, залетают только у соперника. Все, заканчивается этот матч, это пиздец. У меня нет комментариев. Я думаю, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем ванап. Вместо Калкера выходит у нас... По идее, там должен был стоять этот... Буатенг, но я выпущу вот этого вот парня. Срать мне уже на химию, на физику, это все такое, поэтому... Такая вот грустная серия у нас получается. Два проигрыша, нихуя не сделали. Я не хочу играть больше этот ванап, потому что... Вот эти вот два матча просто уничтожили любое желание играть этим составом. Состав это 200 обоссаны, я думаю, этих бичей вообще можно сразу всех квиксельнуть, кроме Лама, собственно, здесь все практически квиксельные. На этой ноте, я думаю, все, стоит закончить все это дело. С вами был PandaFX. Еще раз спасибо всем за внимание. Кому был интересен этот ванап, я рад. Кому был неинтересен, я за вас тоже рад, потому что наконец-таки он закончился. Все, всем пока.